Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi darsimiz rus tilida suhbatlashamiz. Bugungi darsimizning maqsadi rus tilida juda ham ko'p va kerakli gaplarni ayta olish. Bugungi darsimiz salgina boshqa darslarimizdan farq qiladi. Bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang. Demak, bizning bugungi birinchi gaplarimiz bu iltimos yoki yordam so'rash gaplari hisoblanadi. Barcha gaplarda qavsti ichidagi qo'shimchalar hammasi sizga nisbatan ishlatiladi. Qavs bo'lmay o'zi yozilgan gaplar esa senga nisbatan. Shuni eslab qolib va kelajakda gapda siz yoki senga nisbatan ishlatayotganliklaringizni bilib ishlatishlaringiz mumkin. Demak, boshladik. Buni menga tarjima qilib bera olasanmi? Можешь перевести мне это? Можешь перевести мне это? Мен буны тугры талафуз кылаяпманмы? Я правильно это произношу? Я правильно это произношу? Менге ярдам бере аласанмы? Можешь мне помочь? Можешь мне помочь? Кечирасан, сен нима дединг? Прости, что ты сказал? Прости, что ты сказал? Бу, кандай талафуз кылынады? Как это произносится? Как это произносится? Buni qanday aytsa bo'ladi? Как это сказать? Как это сказать? Bu qanday yoziladi? Как это пишется? Как это пишется? Bu söz qanday yoziladi? Как пишется это слово? Как пишется это слово? Bu nima degani? Что это значит? Что это значит? Bu yerda nima deb yozilgan? Что здесь написано? Что здесь
Написано. Bu sözün manası qanday? Что означает это слово? Что означает это слово? Menga misol keltira olasanmi? Ты можешь привести мне пример? Ты можешь привести мне пример? Shifokorni chaqirib yubor, iltimos. Позови доктора, пожалуйста. Позови доктора, пожалуйста. Садовая кучасы, кайсы метрода жойлашкен? На каком метро находится улица Садовая? На каком метро находится улица Садовая? Илтимос, менге ёрдам бериб юборинг. Помогите мне, пожалуйста. Помогите мне, пожалуйста. Ikkinchi gaplarimiz bu yerda yoqimsiz vaziyatlar. Men soatimni yo'qotib qo'ydim. Я потерял свои часы. Я потерял свои часы. Mening bagajim yo'qolib qoldi. Мой багаж потерялся. Мой багаж потерялся. Мені соатымны угырлашты. Мои часы украли. Мои часы украли. Авария юл кесишмасыда содыр болды. Авария случилась на перекрестке. Авария случилась на перекрестке. Хеч ким бізге ёрдам бермаяпты. Никто нам не помогает. Никто нам не помогает. Бүгінгі дәрсіміздан өзіңізге керекли мағлымотларны олдыңыз деген үміттамын. Біздің дәрсларымыз сізге мақұл болайатыған болса, YouTube-тағы каналымызге обуна болың. Дәрсларымыз білен ғруқларда болышын. Ва дәрсларымыз сізге мақұл келеткен болса, лайк түгмасынны босышыны ұнытмайын. Итібарыңыз үчін рахмат, соқ ва саламат болың.